Это я, профессор Кэлвард. Перестань оглядываться, я в твоем мозгу. Но ты же верная шапка Десмонда, да? Планируем испортить мою работу, да? У меня есть идея получше. Может, вместо того, чтобы плясать под его дудку, ты уничтожишь это мерзкое маленькое устройство? Положи его в ближайший прессователь отходов, и нам больше не придется о нем беспокоиться. Уверяю тебя, признательность профессора Кэлверта стоит куда больше, чем благодарность этого огрызка Британии. Великолепно! Превосходно! Я знал, что ты примешь верное решение. Пришла пора проститься с Десмондом. Он допустил роковую ошибку. Возвращайся в поместье, Кэлверт. Я хочу тебе кое-что показать.
ты! Ты, ублюдок! Предать меня, скотина! Думаешь, можно просто так предать меня? У тебя есть один шанс. Только один, последний шанс вернуть мою благосклонность. Сейчас мы вместе пойдем туда и покончим с этим чертовым делом. И ты мне поможешь или станешь моим врагом. А быть моим врагом опасно для жизни. Мне 250 лет, и ты думаешь, что сможешь меня одолеть? Ха-ха-ха, попробуй! Здравствуйте, сэр.
Здравствуйте, сэр. Отлично, от тебя я иного и не ожидал, а теперь мой особый дар. Смерть! Не думай, что я тебя предал. Нет. Предательство — это для мелких людишек. В тебе просто больше нет нужды. И пора от тебя избавиться. Надеюсь, тебе понравится последнее мгновение твоей жизни. Роботы, ко мне! Все равно найду. Имбецил! Что ты делаешь? Ты за это заплатишь! Заплатишь! Не предавать! Ты понимаешь? Ты поплыл! За это! Ты и этот буль оба заплатите! Достану вас!
Ублюдок! Этот ублюдок, он убил моих собачек! Чуть не убил меня! За что? У него нет рук, чтобы самому меня придушить. Так он решил, что меня можно взорвать к чертям. Меня! Ну все, это была последняя капля. Десмонд Локхард сегодня победит. Я знаю, где он. Он сам себя перехитрил на этот раз. Мы с тобой сейчас туда пойдем и покончим с ним. На маяке. Он там устроил себе лабораторию. Чертов студень. Прямо у меня под носом. Все эти годы. Я это понял, когда он усилил сигнал, чтобы пробиться через глушилку. И когда послал своих дикарей убить моих собачек. Он тут сидит. Спрятался за роботами и машинами. Пьет чужие соки. Ничтожество. Но теперь ему конец. Так гораздо лучше. За мной! Сейчас ты узришь конец эпохи. Я обойду. Иди сюда, мой мальчик. Нам есть о чем поговорить. Ага, наконец-то. Вот ты где, мерзавец. Ну, наконец-то. Покончим с этим раз и навсегда. Ах да, мистер Локхард. Наконец-то мы встретились лицом к стеклу. Но опасаюсь, что в конце концов это вам здесь придет конец. Нет, Келверт. Я привел с собой кое-кого. Ты сильно удивишься. Без кого я не смог бы надуть тебя и выяснить, где ты прячешься. Да, Десмонд. Но на чьей он стороне? Ты это знаешь? Уверен. Союзников убирать я никогда не умел. Но это мы еще посмотрим. Убей его. Нет, нет. Убей его. Только... Как ты смеешь вторгаться в святая святых? Немедленно иди и убей Десмонда. Он мой враг, а ты получишь награду. Превыше твоего разумения, превыше воображения о самом заветном даре, о котором может мечтать живое существо. Тогда ты умрешь вместе с ним. Тявка, ты... Пустые угрозы и болтовня. До дела никогда не доходит. Ничего ты не знаешь. Ты ничтожество. Если ты и вправду человек действия, нападай и покончи с этим. Или трясешься за свою жизнь. Только тявкать ты и гораст, Келвин. Ах ты вонючее серое вещество. Ваши слова меня не задевают, мистер Локхард. Вы человек грубый и глупый, не способный даже на простейшие рассуждения. А сам-то вечно пустые угрозы и болтовня. До дела никогда не доходит. Ничего ты не знаешь. Наконец-то. Мир избавился от этого мерзкого, вонючего, заносчивого мозга. Ты только подумай. Все, что он узнал, все, что он получил, все это теперь мое. Мое! Придурок, ты представить не можешь, сколько это стоит. Я борюсь с Келвертом уже 200 лет, и теперь я наконец победил. 200 лет технологий, знаний и исследований, которые он отнял у меня. Все прежние поражения теперь не имеют значения.
можешь забрать из этого отвратительного места все, что хочешь. То, что нужно мне, для тебя интереса не представляет. Греби свои трофеи. Не думаю, что наши дороги еще раз пересекутся. И кажется, мы можем оба возблагодарить Господа и спеть ему осанну за это. Я скачиваю все данные из компьютера Келверта. Все, что заполучил этот маленький слизняк, все здесь. Когда я закончу, я оставлю эту конуру медленно погружаться в море. А теперь, когда мы избавились от Келверта, я направляюсь на север разбираться со следующим соперником. Нас теперь мало осталось. Великая игра продолжается. Ну это как... Как бы это объяснить понятно? Микрокосм? Да, это микрокосм прежнего мира. Отвали!
Прошу прощения, что не могу лично встретить вас, агент Цянь. Наш контакт в Норфолке подтвердил ваше прибытие. Как же легко американцы готовы поверить, что величайший ум нашего народа может стать перебежчиком. Когда вы выполните свою задачу на родине, вы станете героем. А пока позвольте ввести вас в курс дела. Эта комната станет вашей явочной квартирой в Пойнт-Лукауте. Первое время просто прикидывайтесь американским лакеем, не вызывайте подозрений. Когда почувствуете, что риска нет, используйте ключ, который вам дали в Норфолке, и откройте один из шкафчиков камеры хранения на набережной близ мотеля. Вы получите пароль к ячейке, где хранится вводная по вашему заданию. Оговоренная сумма будет переведена вам после эвакуации. Джуни Хао Юн, агент Чань. Отправляйтесь в банк и введите пароль «Синтянь Бен». Программа настроена так, чтобы распознать только наши голоса. Вас приветствует система безопасности Банком. Необходимо подтверждение совпадения голоса. Идет обработка данных. Идет обработка данных. Пароль подтвержден. Голос несоответствие. Доступ запрещен. Голос пользователя не опознан. Доступ запрещен. Thank you.
Отправляйтесь в банк и введите пароль Синтянь-Вэн. Программа настроена так, чтобы распознать только наши голоса. Отправляйтесь в банк и введите пароль. Доступ разрешен. Агент Сянь, как вам известно, в американских водах пропало важное китайское разведывательное судно. Ваша задача – уничтожить обломки подводной лодки SSN-371A до того, как американцы обнаружат и исследуют ее. В прилагаемом досье информация о ее местонахождении. Ваше прикрытие гарантирует, что американцы допустят вас к участию в спасательных работах. Однако вам понадобится код доступа для запуска системы самоуничтожения. Эти коды спрятаны в капсуле зуба нашего местного оперативника, агента Ян. Но где она сейчас находится, неизвестно. Найдите и встретитесь с агентом Ян, а затем уничтожьте подлодку. Когда задание будет выполнено, обратитесь в штаб за инструкциями касательно вашей эвакуации. Партия вас не забудет, агент Цян. Голосовой пароль к моему сейфу – слово «никогда». Голосовой пароль к моему сейфу – слово «никогда». Идет обработка данных. Голос опознан. Доступ разрешен. Говорит Каролайн Сандерс, главный химик-геолог инспекции природного газа Биши МД-16001. Предварительные результаты по второму экспериментальному участку многообещающие. Мы наблюдаем аналогичный первому участку состав почвы. Здесь такое же количество биогаза. Кроме того, присутствуют незнакомые мне органические соединения. Также на этом участке разработки обнаружена естественная полость, наполненная крепким щелочным раствором.
К счастью, никто не получил серьезных химических ожогов, поскольку все мы были в защитных комбинезонах. В дальнейшем я бы хотела вернуться на этот участок и установить, существует ли какая-то связь между органическими соединениями и залежами щелочи. Техник говорит, что ему понадобится несколько часов, чтобы закончить работу с нашим вентиляционным блоком. За это время, полагаю, мне стоит отправиться на третий участок. Все равно дальнейшие анализы я буду проводить только ради личного любопытства. Прошу считать это моей резолюцией по второму экспериментальному участку. Эй, не проходи мимо, солнышко! Сынок, ты вроде как не из местных. Поможешь больной женщине встать на ноги? Боюсь, это беличья лихорадка. Я вся горю. Фу, как грубо, детка! Ну ладно. Ты не промах, но, по-моему, нам обоим лучше будет, если ты мне поможешь сварить зелье. Вот как? Думаю, тебе виднее, что там надо подкрутить, да? Договорились, солнышко, но чтобы разница во вкусе была. Спасибо за аппарат, солнышко. Но за такие деньги зелиться должно быть как мед. Это тайный семейный рецепт. Передается из поколения в поколение. Помоги мне сварить еще немного, принеси сырья. Я поделюсь с тобой зельем и прибавлю 300 на закуску. Знаешь что? На, попробуй. Осталось с прошлой партии. На пару глотков хватит. Сразу подобреешь. Попомни мои слова. То да сё, приходи, когда дойдут руки. Нужно всего несколько продуктов, но я варю сразу много, так что нужно хорошенько затовариться. Нужны панго, дрожжи и еще ядерные батареи, чтобы получше вставляло. Много панги. Лучше всего та, которую выращивают придурки из церкви. Штук 10 нам хватит, но это будет дорого. Дикие фрукты тоже сойдут, но их нужно вдвое больше. Понятно. Спасибо тебе за них огромное. Нужно собрать это сырье. Кто б сомневался? Ну и запашок, а? Ну давай их сюда. Заходи, не стесняйся. А вот и мое солнышко снова заглянуло. Я смотрю, у тебя садовые фрукты. Вот и хорошо. Варится, солнышко. На это весь день уходит. Возвращайся немного попозже, а? А вот и мое солнышко снова заглянуло. А что? Я женщина простая. О чем тут говорить? Ну, не рай, конечно, но, думаю, так сейчас везде.
Моя семья тут задолго до войны поселилась, и вряд ли мы куда-нибудь отсюда уйдем. А я-то думала, ты сообразишь. Слушай, солнышко, здесь только очень добрые или очень деловые люди не стреляют сразу, как в дом заходят. Эта рухлядь в нашей семье много лет живет. Было когда-то время, когда начальники простому народу пить запретили, еще до бомб. И не купить было ничего. Ну, и моя семья помогала людям, если трубы горят, и неплохо жила. А я уж думала, ты никогда не попросишь. Заходи, не стесняйся.
Говорит Кэролайн Сандерс, главный химик-геолог инспекции природного газа Биши МД-16001. Первый набор образцов демонстрирует многообещающую концентрацию биогаза в преимущественно известняковом слое заболоченного района. Точное количество пока неизвестно. Однако этот участок обладает более чем достаточным потенциалом для дальнейшей разработки, что удовлетворяет цели исследования. Я собираюсь оставить здесь несколько стажеров для выяснения дальнейших подробностей. Однако это пустая формальность. Чтобы убедиться, что это не локальная аномалия, я собираюсь исследовать остальные участки. Прошу считать это моей резолюцией по первому экспериментальному участку. Во что мы здесь вообще вляпались? На третьем участке концентрация биогаза зашкалила. Подпочвенный слой заболоченного района на всех трех экспериментальных участках состоит из неожиданно плотного известняка. Таким образом, мы без труда обнаружили природные полости. Вместе с изобилием кальцитовых образований это позволяет предполагать, что течение подземных вод образовало разветвленную сеть карстовых пещер и гротов по всей области. Картографирование района будет титанической работой, но это необходимо для точного установления количества природного газа под землей. Чего я не понимаю, так это обнаруженного количества щелочи. Попробую связаться с коллегами. Посмотрим, не удастся ли нам найти прецеденты. Однако на это понадобится немало времени. А я не сомневаюсь, что Биши немедленно захочет открыть здесь лавочку и качать газ. Говорит Кэролайн Сандерс, главный химик-геолог, инспекция природного газа Биши МД-16001. Прошу считать это моей резолюцией по третьему экспериментальному участку. Насколько я понимаю, этот участок наиболее выгодный для разработки биогаза и, кроме того, отличное место для полевых исследований. Вот это да! Посмотри-ка на себя! А вот и мое солнышко. Варится, варится солнышко.